Центр, центр, центр! Дальнюю, дальнюю! Сань! Вот год был какой-то, на карантине сидели. Да и ничего, ни соревнований, ни тренировок не было. Хорошо, что вот сейчас вот люди вакцинируются многие. И вот в Пермской области проходит. Потому что уже как бы разрешили ребятам играть. Вот по 9-му году мы сыграли, почетное 4-е место заняли. Вот сейчас ребята принимают это уже постарше, 5-й, 6-й год. Хоть тренироваться разрешили. Вот у этого вот очень хорошо, потому что, ну, вакцин... Я и сам вакцинировался, два уже компонента есть. Поэтому вот разрешено общаться, играть. Это хорошо. Но, наверное, надо всем вакцинироваться, чтобы не было, опять нас не посадили на карантин дома. Это самый вот тяжелый был, сидеть дома, и детей, это как, особенно морально было плохо, тяжело.